И еще несколько новостей, о которых нам хотелось бы рассказать, что еще важного происходит в нашем городе. Награды победителям интеллектуальных, спортивных, социально значимых и творческих соревнований, а также их учителям по поручению главы региона вручили заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов. Напомним, ежегодно премии присуждаются 60 школьникам региона, проявившим выдающиеся способности. Кроме того, обладателями премии губернатора становятся победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также победители и призеры заключительного этапа этого интеллектуального состязания. И что важно, в числе награжденных и в этом году вновь есть наши земляки. Это Андрей Карманов, учитель школы номер 10, а также педагоги школы номер 13, Владимир Шушарин и Владислав Толмачев. Премиями отмечены их воспитанники Екатерина Дреева, Олег Кудинцев, Светлана Кузнецова и Роман Кафанов. Еще раз обращаем внимание горожан: с 20 по 27 сентября на перекрестке улиц Советская, Мамина, Сибиряка будут проводиться работы по обновлению оборудования светофорного объекта. В дальнейшем данный светофор будет работать на 3 фазы с выделенным периодом для движения пешеходов во всех направлениях. В период проведения работ светофорное регулирование на вышеуказанном перекрестке осуществляться не будет. В эту субботу, 23 сентября, с 8 до 11 утра специалисты Центра здоровья приглашают торбичан на бесплатное обследование. Желающим пройти диспансеризацию необходимо иметь при себе паспорт и страховой полис. Комплексное обследование включает экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей, определение функции внешнего дыхания, выявление признаков гипоксии, измерение уровня сахара и холестерина в крови, офтальмологическое обследование, проверка остроты зрения, бесконтактный измерения внутриглазного давления. Для дополнительной информации звонить по номеру 8 343 55 3 63 90.